Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Хочу вам представить новый в Алматинской области перспективный водоем, который будет осуществлять зимнюю рыбалку, принимать гостей на зимнюю подледную рыбалку, а также на летнюю рыбалку. Водоем находится в Алматинской области, в 65 километрах от города Алматы, Ингыши, Казахском районе, неподалеку от поселка Куш и поселок Кайрат. Находится в экологически чистом районе, рядом нет ни фабрик, ни заводов, то есть чистые пастбища, поля. Данное прудовое хозяйство, как планируется его в дальнейшем называть, название на данный момент пока идет как клевое место, предварительно состоит из трех прудов. Протяженность площади порядка 8 гектар. Значит, мы сейчас находимся на третьем водоеме, который занимает достаточно большую площадь, зарыблен и подготовлен уже к зимней рыбалке, где можно поймать радужную форель. Размеры от 350 грамм и до 2 килограмм. Также есть там и маточные экземпляры. Белый амур и зеркальный карп весом от 500 грамм до 5-6 килограмм. То есть плотность рыбы достаточная. Сейчас мы приехали посмотреть, как будет вести себя рыба, будет ли она ловиться на зимние удочки. В дальнейшем, в ближайшее время будет открытие этого официального водоема. В данный момент пока он закрыт для рыболовов-любителей, но буквально в этом месяце, в январе, уже можно будет его посетить. Ну, вперед на лед! Ну вот спустились на озеро, сейчас попробуем забуриться, посмотрим, что здесь делается подо льдом. Попытаемся поймать или хотя бы увидеть выхолот. Ну вот. Лунка сделана, и холод уже показывает первые результаты. Рыба есть, ходит на разных глубинах. Будем пробовать ловить, клюнет она или нет. Первый заход. Надеваем опарыша. А Рома, значит, тоже от вас запихарила. Сейчас посмотрим. Как показывал эхолот, рыба ходит во всех слоях воды, поэтому начинаем облавливать с самого верха. Уже есть первая поклевка. Ух! Ух, кто-то там. Так, сорвалась. Так, ну что, как мы видим, форель здесь очень живая. Пришлось поменять удочку и поставить леску потолще. Давайте начнем ловлю. Сделаем метр полтора глубины. Я думаю, достаточно будет просто покачивать.
была поклевка. Дошел до дна. Вот поклевка. Форелька идет к нам. Лунка не хочет. Опять сорвалась. Вот еще одна поклевка. Форелька довольно-таки бойкая, сопротивляется. В лунку никак не хочет заходить. Вот, вот она какая красивая. Полюбуйтесь. Давайте ее отпустим. Клев есть, форелька ловится, форелька активная. Будем смотреть дальше, что будет. Поклевка. Сорвалась. Почему так много сходов у нас в кормышке из бороды, чтобы не травмировать, а можно было отпустить. Ну вот очередная поклевка. Для тестов поставили поплавочную снасть. Ну и вот форелька. Вот. И берет хорошо, что за губу. Нельзя ее. Ну, то есть не ранится. Глубоко не берет. На кукурузку бандюэль. На крючок. Ну, в принципе, ловится на все, наверное. Да, возможно. И на опарыша, и на кукурузу. Красивая, нарядная, радужная форель. Очень вкусная. И... Есть. Опять так же 15 сантиметров от дна. И рыбка сидит на большой нарубочке.
на которую обычно я ловлю сазанов весной. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты? Ах ты, прыткая какая, а? Тихо. Вот мормышка размер. Ну что, иди, красавица. Вот за водоемом постоянно ухаживает. Фармит, подкармливает. Но именно подкармливает, а не перекармливает. То есть задачи такой, чтобы накормить, и она не ловилась, нет. Все в меру. Делает солунки. Кормится. На протяжении, на всем водоеме кормится. Пытаемся поймать на балансир. Так как фарм хищница, должна и на это клюет. Такая вот форма. Ох, ну вот и уже трофейные подтянулись. Игуля вытащила форельку покрупнее. И вот такие вот особи есть. Да. В этой лунке не клюет, идем в такую. Новая лунка. Посмотрим, что она здесь покажет нам. Сейчас мы ищем активную рыбу, которая активно ходит, питается в лапах. Судя по поклевкам в различных частях озера, здесь очень много активной рыбы. Опять поклевка была.
каждая смена лунки приносит от 1 до 5 рыбок. Опять поклевка была. Что ж такое у нас сегодня не засекается? О! Вот она, вот она, вот она. Ох, какая! Посмотрите на нее! Я таких и не видел. Золотая рыбка. Наверное, желание исполняет. Давай ловись. Этой побольше. Продолжим. Глубина где-то 4 с лишним здесь. Ну, 4 точно есть. 4 метра. Стукаем об дно, приподнимаем. Поиграли. Так, кто кого? Опускаем. Большая задержка. Помним. Что-то нам постучим, заманим. Вот. Обманула. Кто кого?
смогла. Боюсь сильно подсекать, чтобы не поранить рыбу. Но она у меня украла всю наживку. Попробую на кукурузу. Бандюильку одеваю. Ну, смотрим, как поведет себя рыба. Почувствовать касание дна. Значит, Бандюильна любит лучше. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Девочка. Оп. Ушла вместе с мормышкой. Перетерлась уже мормышка у меня. Победила рыба в очередной раз. На той лунке немножко клев приостановился. Я решила перейти на другую лунку. Также опускаю, постукиваю по дну, приподнимаю и жду. Никаких пока движений нет, но посмотрим сейчас. Небольшой хит. Подсыпем немного бандюильки, потому что кормить, по-моему, здесь бесполезно какими-то другими кормами. Форель, потому что она со дна особо здесь, по-моему, не кормится. А может и кормится. Ну, проверим. Ах, не смогла. Рыб. 1-0 в пользу рыбы. Меня обманула. Съела кукурузу. Ладно. 2-0 в пользу рыбы. Извиняюсь, у меня сломался крючок на мормышке. Я не понимаю, что это за рыба. Так, сменила я мормышку. Это уже третья. Посмотрим. Леска здесь стоит 0,14. Ну, итак, обратно опускаем до дна. Постучим. Тук-тук-тук. Ай. Все на месте, слава богу. Я уже теперь боюсь. Раз, два. Опять обманула.
Наверное, кукурузу съел. Надо проверить. Ну, конечно. Ну, мы должны ее победить. Хотелось бы. Так. Идем дальше. Поднялся ветерок прохладненький такой. Но нас это не останавливает. Постучали. Красавица. Очень живая рыба. Поэтому даже снять крючка не получается. Всегда пустая. Подумайте, там водолазов нет. Опять поклевка. Местная форелька обожает блесна, видимо. И балансиры. Отлично на них реагирует. Но лунки приходится менять довольно-таки часто. То есть несколько рыбок это. Потом надо отойти, чтобы успокоилась лунка. Одно удовольствие ловить. Тепло. Хорошо. Клюет замечательно.
Вот поймали несколько штук. Надо двигаться к другой лунке. Проверили мы на клев водоем, клюет активно, но после обеда немножко стало пореже клевать, но я считаю, что это зависит, наверное, от того, что, может быть, немножко поврекормили рыбку, и она разбежалась. Ну, как считаешь, Андрей? Не знаю, может, даже это и форель так клюет, что где-то после трех клев стал стихать. После четырех он еще пернеже стал. Ну, все равно рыбка клевала, можно было найти. То есть постоянная смена лунок, постоянная смена наживки приводила все-таки к результатам. То есть такого не было, что не клевало совсем. Как-то все равно можно было уговорить рыбку съесть наш крючок. Ну что, сегодня мы проэкспериментировали на новом месте. Сегодня я выбрал тактику по, так сказать, хищническим наклонностям форели. Я ловил на балансир, ловил на блесну, ловил на всякие вертикальные приманки. Форель на все приманки отвечала охотно. Даже если не отвечала, буквально надо было поменять цвет приманки, и из этой же лунки можно было наловить рыбу. Или переместиться в другую, на другую лунку, и там клев также шел активно. Ну, Айгуля у нас выбрала... Я выбрала кивковые удочки, то есть ловила на мормышку, также ловила на крючок, разные формы мормышек, цвет мормышек. Особой роли, по-моему, не играет. Единственное, играет... То есть после до обеда ловилась от дна где-то на 20-30 сантиметров, когда поднимаешь и слегка поиграешь кивком. А уже после обеда брала чуть выше рыба. Но при смене лунок постоянно можно было поймать форель. Ну что вы можете сказать о водоеме? Отличный. Вот мне он, например, очень понравился. Очень чистый, свежий воздух, никого поблизости нет, никакого шума. Единственное, вот шум воды, ну, это же который аквариум, ослабляет. Который поставляется. Вот вода водоем... чистейшая, запаха нет. Вот мы наловили чуть-чуть форельки себе домой. Хотим попробовать, как она на вкус. Обязательно расскажешь. Ну, что хочу сказать. В перспективе на этом водоеме также будут засаживаться саженцы, деревья, чтобы была зелень, тень для отдыха с детьми. Будут установлены столики, то есть непосредственно для пикников, навесы для отдыха семейного. Также планируется построить здесь небольшие, как бы, домики для отдыха для гостей, если кто-то будет приезжать там в непогоду, чтобы могли скрыться от дождя или ветра. Сегодня у нас выдался очень солнечный день, и в принципе, несмотря на то, что барометр показывал высокое давление, рыба клевала. То есть плотность рыбы в этом водоеме довольно-таки хорошая, которую постоянно, как обещали хозяева и управляющие этим водоемом, что будет зарабатываться постоянно по мере вылова части рыбы. Сколько, то есть, выловят гости, соответственно, столько же и будут зарыблять.
чтобы не было такого, чтобы человек уехал без улова. Но сейчас плотность очень высокая. Да. То есть у нас были и крупные рыбки, были вот где-то сколько, 10 грамм, 500. Ну да, наверное, есть такая. Это то, что думают. Которые покрупнее, мы их все-таки отпустили в водоем, пусть растут, радуют других рыболовов. Но мы сюда еще приедем в любом случае. Скоро будет открытие. Грандиозное, думаю. Нужно. Так что милости просим. Здесь очень все замечательно. Ну все, хочется с вами попрощаться теперь. Мы поехали домой. Сейчас будем все собираться. Удачи вам. На встрече на водоемах. До свидания.